Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Видел тебя сегодня на Гагариной Советской армии в 10 часов утра. Я был на тонированной тырке. Так рад был встретить тебя. Ты такой скромняшка. На Советской армии я не был сегодня. Брехун вонючий. Я сегодня не был на Советской армии, блин. И на тонированной чепырке не было никого. Я видел только тонированную чепырку возле ленты. Но это был не ты, ясно? Я не был там. Это ты там был, гамно. Фэк. Не было меня там. Не слушайте, он брешет. Да, если ты меня видел, тогда что я делал? И с кем я ехал, если ты меня видел, да? С кем я ехал на машине, с кем? Слышишь, ты? Один был, я видос даже заснял. В группу твою выложил в комментарии. Где ты там что снял, ты, Децл, блин? Деду, привет, повзани, пожалуйста. Моему другу он продает смазку для спецтехники, ну ты знаешь. Как покупатель про смазку поинтересуется, у него сегодня день рождения, поздравь, потом плюс 7, 919, это фэк. 36 911. Это фэк. Это... это не я, похож в натуре лицо, блядь. Ну похож, базара нет, но это не я, типа видно же, что какой-то петуч за рулем, жесть. Это был не я. Это видео полностью, я, ну, данное видео обозначается как фэковое. Полностью, да. Я это видео полностью маркирую как фэк-видео. То есть, по сути, не считается. Смотри внимательно. Ну вот, блядь, ну машина такая, номера такие же, похожи. Дедушка Хай, на днях ехал прямо за тобой. Чуть не раздавил тебя к хую. ППЦ, ты наглый на дороге. Вот посмотри запись с регистратора HTTPS 2.0. Фэк, это все фэк. Фэк. Это не я! Я не знаю, кто это. Честно, не знаю. Это не я. Это моя машина, базара нет. Но это не я за рулем. Это я машину даю в аренду. Это не она. То есть это она, но не я там. Да? Не, это точно не я, жесть. Это не я. Фэк. Нет, дружище, ты явно не попал, блядь. Ты не попал в цель, это не я. Дружочек, ты не попал, это не я. Это тоже не я, Депчик. Конечно, ты. У тебя же прически. У тебя волосы. Это как не герой, я. Alt-F4. Это тоже не я. Это не я. У меня нигде нет. Я инкогнито для всех. Тут видно, что тут чувак вообще не лысый едет. Слышишь? Ауай, какая же слабость. Как же слабость, тебе этот потока, зяблый. Сидит там еле-еле своей костлявой рукой на кнопки нажимает. Уже на раз пописать. Смотри, каждый день, там как какой-то чел кучерявый. Это вообще не я. Это не моя машина. Это точно не моя машина.
Номера, блядь, похожи, но нет, это не она. И решетка у меня передняя не черная, а у меня с полосками такая. Голубая, красная, там полоски, три полоски впереди. Это не я. Не, дружочек, ты не того снял, ты не того зафиксировал. Да, блядь. Ты не ту пену зафиксировал. Да. Сейчас ты мне лучше поясни совсем за другие вещи. Сейчас, сейчас, сейчас. У тебя есть 2 минуты, чтобы пояснить за это издевательство над твоим лицом. То есть за двойное издевательство. За издевательство над абрикосиком и мои глаза, мой нос, мой рот, мои уши на нем. У тебя есть 2 минуты за то, чтобы ты извинился, что ты сделал с моим фото. Иначе я тебя блокирую из интернета полностью. Я запрещаю тебе входить полностью в интернет. 2 минуты у тебя есть. Я даю тебе 2 минуты, после чего доступ в интернет к тебе будет закрыт навсегда. За издевательство надо моим лицом. Пожалуйста. Давай. У тебя есть ровно 2 минуты. У меня есть влияние, которое позволит тебе запретить выход в интернет вообще. Не только на мои страницы, а в целом вообще во весь интернет. Моя сфера влияния очень большая. Поэтому у тебя ровно 2 минуты, чтобы извиниться. Все, пожалуйста. Пожалуйста. Это был не я. Это был не я. Ты ошибся. Ты не попал. Ты ошибся. Это точно был не я. Это был не я. Это точно был не я, это был не я на видео, это был не я, это был не я, точно был не я, это был не я, точно был не я. Это не я был. Сука, это не руку поставил. Хай, деда, а до скорой будет потока? Я просто только проснулся. Собираюсь на работу и думаю, успею ли я после работы ешь посмотреть поток или нет. И ешь, я сегодня покакал. А? Привет, братан. Кто?